Всем привет, это геймплей на наш 23-й выпуск. Итак, начнем. Первая игра называется Rayman Jungle Run. Мы запускаем, и это вот наш любимый Rayman, которого мы любим еще с детства. Он сидит и играет на укулеле. Так, нажмем play. Тут мы видим как бы паки с уровнями. Но пока мы не пройдем первый, другие будут недоступны. Запустим первую миссию и приступим. Совсем вот недавно весной я играл на ПК в игру Rayman Originals. Она вот по графике абсолютно идентичная, можно сказать. Ну, может быть, там какие-нибудь мелочи лучше, но это, в принципе, незаметно. Музыка тут все такая же, как и в Rayman Originals на ПК. Такой мотивчик на укулеле в начале, да и он сам там лежит и играет на укулеле. Кто не знает, что такое укулеле, и это вызвало у вас смех, это гавайская гитара с четырьмя струнами. Грубо говоря, можно сказать, к слову, она у меня есть у самого лично. И, может быть, я вам когда-нибудь сыграю. Вот мы прошли миссию, собираем вот этих золотых пчелок или мушек, не знаю, как их назвать. И проходим миссию. Вот такая вот отличная аркадная, не знаю, бегалка, прыгалка. Качает, я думаю, уже поклонники Rayman'а давно ее скачали и уже всю прошли. Игра называется Rayman Jungle Run. Качайте и играйте. Вторая игра на сегодня называется Toy Defender. Она, конечно, немного уступает первой, но это совершенно другой жанр. Это игра, выполненная в жанре Tower Defense. Я вот очень люблю этот жанр, и это вот стоящая игра, я вам ее советую. Она загружается, и что нам нужно делать? Все по классике, нам нужно строить башенки, чтобы защищаться от всяких назойливых монстров, которые прут на нас, и нам нужно защитить свой дом с ребенком. Итак, нажмем старт, чтобы началась первая волна. Нам нужно продержаться 3 волны. Вот мы построили башенку, которая стреляется стрелами, и построили оборонительное сооружение, из которого вышли 2 рыцаря, которые будут нам помогать в этом. Вот здесь мы можем ускорить время, чтобы все осуществлялось намного быстрее. Вот какой-то чувак вышел, но мы его благодаря нашим рыцарям победили. Он, кстати, был похож на Дауни-младшего, но я не факт, что это он. У меня плохая память на лица. Вот такая вот отличная игра. Мы также можем сбрасывать атомную бомбу. Вот наш довольный ребенок остался доволен. Игра называется Toy Defense. Скачайте ее и поиграйте. Последняя игра на сегодня имеет очень оригинальное название – Huye Bricks. Название меня очень привлекло, и я ее скачал и поиграл. Это головоломка, в которой вам предстоит вот на таком поле разместить и выполнить следующие действия. Вот, нам нужно 4, по 4 клетки занять каждого цвета. Так, вот так вот мы проводим. И вот тут я накосячил, но я сейчас исправился, и все, мы прошли миссию, и получилось что-то наподобие свастики. Нажмем следующую, но первоначально вот эти уровни не занимают никакой у вас сложности, не вызывают. И вот так вот она проходится на одном дыхании. Вот так вот мы проходим, и вот сейчас я чуть-чуть запоролся. Но сейчас я выкручусь, наверное. Да, я выкрутился и прошел. Игра называется Huye Bricks, и скачайте ее только ради этого названия. Большое спасибо за ваше внимание. До новых встреч. С вами был GamePlan.